Привет всем! Я из церкви Слова Божьего. Сегодня откровение про Солжененко видеоролика «Начало конца мира. Последний род». Приближение времени последнего будет подтверждено исполнением пророчества, написанных в Библии. Очень важное пророчество последних времен уже начинает сбиваться. Речь идет о народе Израиля, которого Бог изгнал из земли обетованной еще во времени Римской империи за несоблюдение Слова Божьего. Но Бог по-прежнему обещает, что придет время, когда Он снова соберет свой народ и вернет народу Израиля их землю и страну. Вскоре после Второй мировой войны народ Израиля вернул себе свою землю. Божье Слово сбивается, и Он помогает своему народу, чтобы Божье Слово исполнилось. Новая страна также сталкивается с многими трудностями, так как путь среди множества мусульманских и экстремистских стран непрост. Идут непрерывные боестолкновения с боевиками, ракетные обстрелы. И как написано в Библии, когда народ Израиля полностью объединится, тогда произойдет второе пришествие Иисуса. Очень мало времени осталось. Мы ждем Иисуса. Но давайте посмотрим, что означает последний род в видеоролике.